Просторные залы ожидания, современный пункт пропуска через государственную границу, почти 1500 пассажиров в час. В новосибирском аэропорту Толмачево торжественно открыли обновленный терминал международных воздушных линий. О том, чего еще не хватает нашему аэровокзалу для статуса самого крупного транспортного узла за Уралом. В сюжете Андрея Баева. Так случилось, что открытие реконструированного международного терминала аэропорта Толмачево совпало с рабочим визитом премьера Дмитрия Медведева. Собственно, председатель правительства России стал одним из первых пассажиров, хоть и летел не по международному, а по региональному маршруту. Все это сделано в рамках государственного частного партнерства, которое у нас подписано с Росавиацией на 18 миллиардов рублей. После экскурсии по обновленному терминалу премьер-министр покинул наш регион. А пассажиры и почетные гости продолжили праздновать открытие столь долгожданного, просторного и современного международного аэровокзала. Самое главное, я хотел поблагодарить и сказать спасибо нашим пассажирам, которые во время реконструкции, безусловно, не самых комфортных, к сожалению, обслуживались условиях, но они знали, что реконструкция идет, они знали, что терминал будет открыт и что терминал будет комфортным. По словам главы региона, после выполненной работы теперь уже ни у кого не возникает сомнений, что Толмачево – лучший аэропорт в Сибирском федеральном округе. Действительно, сегодня это самый такой прогрессивный, перспективный аэропорт по своему развитию, по своей логистике, как угодно. Можно спорить, что важнее, Красноярский хаб или Новосибирский. Жизнь отвечает, конечно же, Новосибирский. Успехов всем! Но на достигнутом останавливаться никто не собирается. Задача – сделать наш аэропорт крупнейшим за Уралом транзитным транспортным узлом. Первые шаги уже сделаны. Электрички и поезда дальнего сообщения уже делают остановку на станции Обь, откуда бесплатный автобус привозит пассажиров к терминалам. Но это лишь первый шаг. В планах соединить скоростными электричками не только города нашей области с аэропортом, но и ближайшие регионы. Такой большой проект, о котором сейчас сказал губернатор, что соединить города Омск, Барнаул, Томск, Кемерово, Новокузнецк, это второй этап, который сейчас, после первого этапа, который у нас сегодня уже реализован. Ведь самое главное, что транспортная доступность наших жителей, нашей Новосибирской области, еще плюсом всех областей и ближайших городов, для того, чтобы мы не создали конкуренцию, Западно-Сибирская железная дорога, федеральная пассажирская компания, компания «Экспресс-пригород», а чтобы мы вместе, совместно сделали такую транспортную доступность и соединили для того, чтобы было очень всем удобно. Уважаемые дамы и господа, терминал Б открыт! Андрей Баев, Николай Лещев, Андрей Дулепов, новости ОТС.